Дорогие женщины, в этот прекрасный весенний день примите поздравления с замечательным женским праздником. От всей души желаю вам здоровья, радости, успеха. А мы, мужчины, постараемся сделать так, чтобы этот день продолжался целый год. Лучше всего сказал наш любимый русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И наш концерт мы начнем с одноименного романса Михаила Ивановича Глинки. В исполнении оркестра прозвучит «Я помню чудное мгновение». Приятного просмотра! Еще раз с праздником вас! Thank you.
Цвету, когда яблоня цветет.